Здравствуйте, сегодня хочу поделиться с вами впечатлением о своей продукции, да, которую я приобрела в магазине Naomi 24. Это топ второй марки C&D, производитель США. Топ в таком темном флаконе, топ емкостью 7,3 мл. На флаконе явно все указано, информация, что это за продукт. Сзади на наклеечка такая вот белого цвета, которая указана информация, что это за продукт, его характеристики, объем бутылька, дата, до которого этот продукт нужно использовать. То есть вся информация от производителя. Сама крышечка шершавая, видите, вот она такая матовая. Это очень удобно, не будет скользить и очень приятно в работе. Что хочу сказать еще? Сама по себе кисточка в этом топе довольно длинная, черного цвета, мягенький ворс, все ворсинки работают сложно, ничего никогда не оттопыривается во время работы и не мешает очень аккуратно и легко нанести его на ноготок. Сам по себе этот топ довольно такой вязкий, сейчас я вам покажу. Вот смотрите, капелька тянется. Консистенция средняя. Вот видите, какой он такой. Запах есть, но запах не мешает в работе. Как бы он ощущается во время открытия бутылечка, но при этом как бы он не мешает и не раздражает нашу слизистую. Производитель по инструкции говорит, что надо сушить его только в УФ-лампе около 2 минут. Я его просушиваю в своей LED-лампе 48 Вт. 1 минуту этого достаточно, чтобы он хорошо полностью просох в один слой. Сейчас я хочу нанести одну каплю, чтобы вам на вот такую темную тип сюда окрашена, чтобы посмотреть просто на саму капельку, как она хорошо держится, как хорошо им работать. Смотрите. Вот капелька, видите, она как бы держится, не растекается. Это говорит о том, что им легко работать в трудных таких местах, как область кутикулы и боковые валики. Также хочу пробовать сейчас прям нанести его на типсу, и чтобы посмотрели. Его наносить надо небольшим слоем, средним, на ногтевую пластину. Равномерно распределяем. Кисточка раскрывается. Видите, все ворсинки ровные. Очень хорошо самовыравнивается. Очень легко работает на ногтевой пластине. Видите, все. Наша уже типса покрыта полностью этим топом. Также хочу нанести вот на такую гладенькую поверхность и просушить, показать, насколько он эластичный. То есть, если наша пластина где-то во время наших каких-то дел, каждый день как-то, да, может быть, будет сгибаться как-то хоть кончик, да, свободный край, он как бы не будет трескаться и будет хорошо вместе с нашей пластиной как бы принимать какой-то определенный угол. Сейчас мы все это просушим, я вам покажу. Вот мы просушивали ровно минутку, все хорошо просохло, видите, вот. Он дает липкий слой после просушки, поэтому мы средством для удаления липкого слоя сейчас этот слой удалим. Чуть-чуть вот от начала кутикулы до свободного края одним движением удаляем липкий слой. Смотрите, что мы получили. Классный блик, вы его видите, хорошо самовыровнялся, хорошо просушился, очень хорошо придает ноготку классный вид. Вот этой вот на этом листике я его тоже просушила, он липкий, смотрите, он очень эластичный, то есть очень важно, что если даже свободный край как-то травмируем, да, он не будет у нас трескаться. Смотрите, он очень хорошо, видите, очень хорошо принимает форму нашего листочка, и он белого цвета, он не желтеет. Так что я вам хочу сказать, что я этот топ вам могу легко советовать после всех наших таких, как говорится, проверок
Он показал себя на отлично, и по итогам можно сказать, что этот топ хороший, дает глянец, хорошо самовыравнивается, ложится. Консистенция позволяет с ним работать как мастерам, так и каким-то новичкам в этой сфере. Очень хорошо носится, очень хорошо держит вот этот вот классный блик до коррекции, что очень тоже важно иметь классный маникюр в течение там 3 недель. Также стойкостью, он очень меня удивил своей стойкостью, очень хорошо и классно просто носит наше покрытие, наш маникюр. Поэтому я вам его советую, обязательно покупайте, он вас порадует и порадует ваших клиентов. Всем хорошего вечера, пока-пока.